Республиканская акция «Наши дети» протягивается. Сегодня у Гомельского цирка прошло масштабное новогоднее свято. Казачные герои, насыщенная забавляльная программа, а так само узнагороджение лепших из лепших детей, которые все лето пополнили своими поспехами скарбонку досягнения у Гомельщины. Подробности в наступном сюжете. Гомельский цирк расшинил дверы для юных гостей из всей области. Тут собрались пераможцы международных, областных и республиканских творчих конкурсов, спортивных споборництв, а так само те, кто особливо мая потребу у подтримцы – выхованцы шматдетных, малозабеспеченных и проемных семьев, дети с инвалидностью и сироты. Организаторы мероприемства имкнулись никого не покинуть без уваги. Важный момент свята – узнагороджение и веншаванне с надыходящими святами. Дети, которые по воле лёсу застались без клопоту батьков, отримали солодкие подарунки и грошовые сертификаты. Из усіх кутков региона приехали талиновитые школьники, каб отримать заслуженные подарунки. Все лето своими справами они прославили родный край. У такий непростый год им удалось заработать так, каб Гомельщина ими гонорилася. Керавництво в области это ценит. Саправды, 2020 год стал часом досягнения для юных жихаров региона. Этот год был непростой, несколько проблемный. Мы решали много задач с вами, но он был и успешен на наши результаты. Мы с вами доказали всей республике, что мы лучшие по централизованному тестированию. Мы с вами ввели ряд объектов социальной сферы и лично по направлению образования в Гомельском районе, детский сад. В Петриковском районе модернизация детского сада с новым оборудованием. Мы ввели прекрасную школу в 21-м микрорайоне города Гомеля. После урочистостей то, чего с нетерпением чекали и дорослые, и дети – забавляльное шоу. И оно уместило самые разные виды циркового мастерства. Абыяковым не застался никто. Акрамя акробатов, клоуны, танцоры, жонглеры, дрессированные живелы и многое иншее. Глядачов веселили интерактивами, артисты захопляли их своим майстерством и утримливали увагу до самого финалу представления. Дети, их наставники и выхавальники усмехаются, а значит, организаторы свята досягнули своей меты. Юные гости мероприемства ведают, что они тут не просто так, тому эмоции их переполняют. Мы снимали в моей школе видео, там, где я, то есть, танцевал, ну, не танцевал, я пел, танцевал, и мы потом это отправляли на сайт, и я потом там написано было в газете, то есть, типа, я стал несомненным лидером, ну, первое место, то есть. Я хорошо учусь, олимпиадница по математике. Еще участвую в разных конкурсах по рисованию. Мне очень понравились впечатления, очень клевые. Благодарю тем, кто меня сюда пригласил. Ну, эмоции, конечно, зашкаливают. Хорошо учитесь, слушайте маму. Сегодняшняя елка – добрая нагода подарить радость усім, кому завсёды потребны допомога и сябровское плячо. Шматдетная семья Мушкавец, якую не одной чи подтрымливал Гомельский аблвыканкам, отримала подарунки от имя его старшини Геннадия Соловья. Геннадий Михайлович по объективных причинах не смог присутничать особисто, але не покинул семью без уваги. Для нас это подарок очень огромный. Дай Бог всем здоровья, чтобы следующий год был, наверное, больше здоровья было у людей, чтобы было только счастье. Мероприемство стало кульминацией республиканской акции «Наши дети» на Гомельщине. Апошние мероприемства отбудутся 10 студеня. Организаторы акции упэўнены, добрая традиция протягнется и у наступном годе. Миколай Скинтьян, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».